Добрый день, дорогие друзья! Мы рады встрече с вами. Мы действительно рады. Сегодня у нас в зале немного зрителей, всего 2 человека. Но вы все, кто присоединился сейчас к нам, вы тоже наши зрители. И вы тоже участники сегодняшней программы. Карагандинское концертное объединение имени Калиры Большанова, музыканты симфонического оркестра имени Ерткали Рахмадиева представляют цикл программ «Концерты камерной музыки». И сегодняшняя программа, в которой принимает участие камерный состав симфонического оркестра. Мы рады встрече в нашем храме музыки, в концертном зале «Шокема». И когда мы приходим в гости, мы, конечно же, знакомимся с хозяевами. И я с удовольствием сейчас представляю всех артистов, всех музыкантов, которые будут дарить вам свое чудесное искусство сегодня. Итак, камерный оркестр в составе. Первые скрипки. Татьяна Перидеро. Рашид Губайдулин. Наталья Пантелеева. Екатерина Сыпкова. Но на самом деле я верю, что все аплодируют. И друг другу, и там зрители, которые смотрят, они тоже аплодируют нашим музыкантам. Итак, вторые скрипки. Гульшахра Саликова. Владимир Соловьев. Светлана Масалова. Ольга Радушняк. Альты. Наталья Кирспатер. Елена Смогулова. Дмитрий Дядык, Татьяна Мысовская, виолончели Светлана Бадрах, Римма Наумова, Айбота Ермагомедова, контрабас Александр Сидорчук. Ну что ж, друзья, начинаем нашу программу. Сегодня еще будут солисты симфонического оркестра принимать участие в этом концерте. Но их мы представим чуть позже. Программа сегодня самая разнообразная. Вы услышите ваши любимые мелодии. И начнется сегодняшний концерт с музыки Вольфганга Амадея Моцарта. Звучит нестареющий Моцарт. Музыка я несказанно обласкан. Сердце в порыве высоких эмоций желает всем добра и согласия. Моцарт. Маленькая ночная серенада. Звучит первая часть. Thank you.
Мы верим, что там аплодисменты, в зале аплодируют. Мы все аплодируем. Прекрасная музыка. Она не давно была написана, более 200 лет назад. Почему же она современна? Почему мы слушаем музыку композиторов, которые творили 200-300 лет назад? Моцарт, Бах. Потому что эта музыка, когда ее слушаешь, ты понимаешь, как прекрасен мир. Это какая-то гармония с мирозданием, со Вселенной. Это не просто дань моде. Это потребность души слиться с этими звуками, воспринимать их, наслаждаться этой музыкой. И сейчас в нашей программе сочинение Иоганна Себастьяна Баха. Многие из вас знают это название «Семинорная сюита». Сегодня музыканты сыграют вам два номера из этой сюиты. Прозвучит минуэт и знаменитое скерцо, или как по-другому называют шутка. Итак, я предлагаю вам встретить аплодисментами нашу солистку соло на флейте Наталья Катанцева. Карлос Гардель. И вы знаете, чем интересно это танго?
Дело в том, что эта музыка звучала в многих фильмах. Если вы смотрели список Шиндлера, оно там звучит. «Вся королевская рать», «Правдивая ложь», «Фрида», многие другие, а еще «Запах женщины». Помните этот фильм? Удивительный фильм, который рассказывает о том, как настоящая дружба. Для нее нет никаких преград. Несмотря на то, что все люди разные, если ты друг, ты всегда рядом. И вот очень яркий эпизод в этом фильме, когда главный герой, слепой полковник в исполнении знаменитого актера Аль Пачино, танцует танго со своей молодой партнершей. Красивейшая музыка. И сейчас она будет звучать в этом зале, и она будет вместе с вами. Наслаждайтесь. Танго из кинофильма «Запах женщины». Спасибо.
можно назвать многих других исполнителей и коллективы. Что же это за песня? Песня, которая говорит о том, что это мой путь, мой way. И я его прошел. И я его прошел по-своему. Так, как я это чувствовал. В любом случае, это был мой путь. И я жил своей жизнью. Сейчас мы послушаем с вами эту прекрасную музыку в исполнении камерного оркестра. Я с удовольствием представляю солистов. Елена Сидорова, партия фортепиано. Наши аплодисменты, дорогие друзья. Татьяна Белидеров, скрипка. Алексей Филиппов, кларнет. Итак, Клод Франсуа, My Way. Вы ставите лайки, вы
Вы пишете хорошие слова, и нам очень радостно от этого, потому что вы действительно, вы вместе с нами наслаждаетесь музыкой. Музыканты исполняют, вы слышите, потому что слушать музыку – это тоже великое искусство. Бетховен сказал, творить искусство может быть, может лишь избрание, любить искусство всякий человек. И мы знаем, что сейчас вместе с нами те, которые любят музыку, наслаждаются и купаются прямо в этих звуках. Но в сегодняшней программе, да, это очень приятно, это наслаждение. Но в нашей программе всего одно произведение осталось. Друзья, ну вы не уходите, следите за рекламой. Музыканты немного отдохнут, потом выйдут из отпуска, и мы снова начнем транслировать наши программы, а потом снова увидимся здесь, в концертном зале. Итак, еще одно произведение в нашей программе композитора Карла Дженкинса. Это сочинение увидело свет в 1995 году. Произведение, которое состоит из трех частей, написано в жанре концерта гросса и называется, многие из вас уже там сказали вместе со мной, палладио. Итак, что за жанр концерта гросса или большой концерт, когда у музыканты есть противопоставление игры и вот этой звуковой живописи всего коллектива и группы солистов. Итак, Карл Дженкинс пишет свой концерт в честь архитектора эпохи Возрождения Андреа Палладио. Он так и называет свой концерт. Три части, я уже сказала об этом, сегодня прозвучит только первая часть. Но мне осталось представить солистов еще, которые будут исполнять это произведение. Камерный состав оркестра и солисты. Так, исполнитель на колоколах. Даурен Хасанов. Мы приветствуем вас. И ударные инструменты Руслан Кулакова. Карл Дженкинс, палладио. Исполняется первая часть. Thank you.
зале, да, тоже скажем про работу. Давайте поаплодируем сами себе. Просто очень красиво, очень замечательно. Вот много лайков, много просто от души поздравления. Замечательный концерт. Друзья, не хочется расставаться, да? Ну что ж, друзья, спасибо. Вы были с нами, вы также наслаждались этими чудесными звуками. Это такое своеобразное, может быть, было закрытие очередного концертного сезона симфонического оркестра. Ну, мы говорим вам до свидания. Хорошего вам лета, хорошего отдыха, хорошего настроения всегда и везде, несмотря ни на что. Возбрыгаемс, мы вместе, мы пройдем, у нас все получится. Будьте здоровы всегда, будьте счастливы. Мы сегодня говорим вам до свидания.